Резина лучше. Да. Толкнуть, говорит. Надо копеечкой подтянуть. Да. Что там, вычерпал? Вынимает воду, говорит. Да пусть будет. Что получаешь? Повторю, достал посадку зелени, да? Тратил время, все равно сидишь как. Валерчик, успей, иди за контейн. Походу газик тоже стрял.
Конечно, Леню загнали в болото с этим Русланом. Посмотри, всех загнали нахер в болото из Русика. И у меня жопа мокрая. Я вообще еле-еле там, блин, как такая... Сел в дебиляке в машину и мог сзади сидеть. Сел посрать и забыл снять штаны? Нет, сел. Слепают Леню еще. А сидел же, экономил газ, не газовал. Да вообще, мне кажется, на тормоз подложил. Его когда в залупазе тащил, он давил на тормоза. Ой-ой-ой, Джиппи Дейл спешит там. Аечка, вылазь. Руслан, мокрые трусы решили кого-то выбрать. Я вытащу его. Слава, не мочи, у меня есть ребенка. Вот это классно, ведь тебя видели. Нет, я тут. Пойду я борщик поймал. Еще всех раков. Все нормальные блогеры, нормальные блогеры. Ты подходишь, его контент снимаешь. А вже вызовешся страхового комісара. Я казав, не вартікає. Їди подальше його. Все, привіт, витишив. Нас спасав. А що це у нас? Знаю, що це вечором. Назад, сюда, на эту сторону, да. Сейчас на левую посмотрим.